И еще нововведение. На московские улицы с этого дня выезжают скрытые патрули автоинспекции на машинах без характерной раскраски и проблесковых сигналов. Вот только за рулем полицейские в форме. Информацию о тех, кто нарушает правила или опасно маневрирует, передадут по радио, что называется, всем постам. Ранее метод опробовали в одном из столичных подразделений. За несколько часов один экипаж выявил 15 нарушителей. Теперь ежедневно этих патрулей будет не менее 30, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.